Летает шар-то, летает все. Вот он. Жжж. Сколько там уже градусов? Градусов 72. 72, да, уже. Если что, вот он идет. Вот она, высотка. Тишина. Тишина. Не засовывай только пальцы. Тишина какая. В зале. Работает. Тихо. Не засовывай. Зачем? Конечно, работает все. Нам надо карточку, видишь, нагреть. Как следует. Ну, палец пока держится. Но уже поджигает. Сколько там градусов? Там у нас 73, все, она застолбится на 73. Больше она просто не поедет. Потому что хорошая карточка, это хорошая. А подождем еще немножко. Пальцы не совать. Не суй пальцы. Надо ей дать отдохнуть потом. Рассудки-то наши. Нет, тут коробочка еще. Вот она. Коробочка. Карабасечка. Что-то там внутри даже есть. Карабасечки. Именно 3D. Так. Карабасечка. Карабасечка, карабасечка. Да, тут есть еще диск, тут есть. И какие-то штуки фурмарковские, VR-марковские. Вот, кстати, надо было по ним попробовать погнать еще. VR-марк это с очками же. Виртуальной реальности. Стой, осторожно, не ходить тут. Так, сколько? 72, все то же самое, все, он не двигается больше. Вот те и тесты. Полный тест тоже вот записываю, тоже выложу. Вот такая вот видюрка, хорошенькая.